Банде Гуру Пададандам Бхактабиндасаманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаранадаям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манухарам Ванчакалпатарувашакипасиндубхавача Патитанам Пабанибхо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидев Вайпиявай Кесавасача Шнавакти паде деви саттваттвайхи намо намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нароттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Санкиртане кишна катопадеш Гаурия патрашва пракасане чаха Садануракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамадакша Джагод Бхарана Дхейям Сада Парибхабхагна Мавиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панадапалли Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарунарвиндам Джатпада Паллаванакачандамани Чатай Бисвураджита Кимапикабоду Висвадеши Пурунанурагара Сасайгуру Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Караш Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Раму Раму Харе Аджану Ламбита Бужоу Канака Бодату Санкиртаной Капитару Камала Хитакшу Вишамбару Диджабару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура Сураир Бандито Дипарупам Муктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманаṅga Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьясте Десамбихит Пам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама.
Рам Рам Хари. Найшанг мати ставадуру крамангри спришатта нартап гамо жадарто махи асам падрожо висекам нискинчананам набнито жабат найшанг мати ставадуру крамангри спришатта нартап гамо жадарто махи асам падрожо висекам Нискинчананам навринито жабад. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, получение дикши и обретение дивья гьяны не одно и то же. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад Парамахамса Джагадгуру said that Парамахамса Джагадгуру Шрила Прабхупада сказал, что так называемая дикша, неподлинная дикша и дивья гьяна не одно и то же. Настоящая дикша подразумевает под собой обретение дивья гьяны. Но если процесс дикши не был завершен, если она не была настоящей, невозможно обрести дивья гьяну. Эта шлока является определением дикши, в ней говорится процесс, при помощи которого вы сможете обрести дивья гьяну, называется дикшей. Дикшу может дать самореализовавшая себя личность. При помощи нее вы сможете обрести, развить отношения с Бхагаваном и осознать свое положение, понять свое нынешнее положение и узнать о своих вечных отношениях с Бхагаваном. Многие получают дикшу. Очень много людей уже получили дикшу. Но вопрос в том, сколько из них обрели дивья гьяну. 150 лет назад Бхактивинод Такур уже сказал, в наши дни никто не хочет следовать Хари Бхакти Виласе, наставлениям Шилы Санатаны Госвами. 150 лет назад Бхактивинод Такур говорил об этом в комментариях к Упадешамрите и других источниках. Мы можем увидеть эти слова. Если человек не обрел дивья гьяну, он не имеет права служить гуру и вайшнавам. Хари, гуру и вайшнавам. Поскольку они находятся на трансцендентной платформе, и находясь на платформе обусловленной, то есть обусловленности, я не способен достигнуть их, не способен по-настоящему совершать им служение. Как я объяснял, Бхакти, Бхакта и Бхагаван находятся на одной платформе. И если севак ниже, если он еще не достиг
трансцендентной платформы, он не способен совершать, по-настоящему совершать служение им. Таким образом, без Дивьягьяны никто не сможет служить по-настоящему Виграхе, Вайшнавам. Но что же получат те, кто все-таки служат, но еще не достигли Дивьягьяны? Они обретут сукрити. Все, что они получат, лишь сукрити. И хорошо, если это будет бхакти-унмукха сукрити. Но если... были корыстные желания у того, кто совершал то или иное служение. Он получит запас благочестия, который приведет, даст ему возможность наслаждаться, то есть даст ему какие-то материальные наслаждения. Я не чувствовал, вчера я не чувствовал удовлетворения от моих объяснений. Хотя мне казалось, что я сказал максимально ясно, но многие, до сих пор мне кажется, что многие не могут неправильно понять значимость дикши. Я бы хотел еще более ясно открыть вечер Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. И для того, чтобы это сделать, я хочу рассказать о истории, которая произошла в Миднапуре в собрании брахманов и вайшнавов. Где должен был состояться дебат. Прабхупада принял участие в нем, он говорил о положении вайшнава и брахмана. Он говорил о панчаратрика дикше, при помощи которой шудры, вайши, кшатри и брахманы могут обрести качества, которые необходимы для достижения трансцендентного мира, для получения возможности по-настоящему служить Хари Гуру и Вайшнавам. Махапрабху четко говорит, что четко заключает, то есть говорит то же самое, что и сказано в Шримад Бхагаватам и в Панчаратре. То есть Махапрабху утверждает, подтверждает, что мнение едино, неоспоримо. Именно поэтому Прабхупада и хотел следовать Панчаратрика Витхану. Для нас этот процесс наиболее практичен. Как я уже сказал, при помощи Панчаратрика Витхана каждый может достигнуть параматмик брахматья. Сам Махапрабху подтверждает, что Панчаратрика Витхана, этот путь авторитетен и наиболее подходящий для нас. Именно поэтому Шрила Прабхупада и шел по этому пути. Тем самым давая возможность людям разных сословий возможность развиваться в Бхакти. Прежде чем оставить тело, Бхактивинода Такур дал наставление Прабхупаде: ты должен устанавливать Дайва Варнашрама Дхарму.
they are humiliated, they are insulted by those rascal, you know, those who are Brahman, I mean, негодяи, так называемые браманы, оскорбляют вайшнавов. Поэтому ты должен защищать интересы вайшнавов, сказал Бхактивинода Тхакур. Мы видим, что иногда вайшнав принимает рождение в мусульманской семье, в семье шудр. Но почему нас должно волновать это? Родился ли вайшнав в семье вайш или шудр? Какое это имеет значение? Мы совершенно не должны обращать внимание на этот факт. Как долго вы сможете следовать варнашрама дхарме? Лишь до того момента, пока вы находитесь в материальном мире, пока вы тесно связаны с ним. Но если же вы достигнете уровня Парамахамсы, вам не придется больше ей следовать. То есть, конечно же, вы не станете нарушать правила общества. В этом нет необходимости. Если вы достигнете уровня Парамахамсы, вы и не должны будете больше следовать варнашрама дхарме. И сможете напрямую служить Бхагавану, то есть вам не придется больше следовать правилам и регуляциям. Но мы склонны совершать ошибку, судя по происхождению саду о нем, о его святости. We can speak in lecture, but you forget this point that Bhagavad Dharma. Это происходит из-за того, что мы забываем, что Бхагавата Дхарма является дхармой Атмы. Она не связана с телом. Bhagavad Dharma is the dharma of Atma, not dharma of body. So the smarta Brahman and this vast smarta Brahmana. И большинство общества, большая часть общества следует правилам и предписаниям. Поэтому, когда вайшнавы занимают, то есть слава вайшнава распространяется, он начинает занимать возвышенное положение в обществе, и они начинают критиковать вайшнавов. Именно поэтому Бхактивинода Тхакур дал наставление Прабхупаде защищать положение вайшнава и устанавливать Дева Варнашрама Дхарму. Получив брахманический шнур, вы должны следовать правилам и предписаниям в совершенстве, в соответствии с Панчаратрика Витханом, для того, чтобы вы смогли достигнуть хотя бы уровня брахманизма. А не так, что вы получили брахманический шнур и начали утверждать «я брахман», а при этом ничему не следовать, никаким правилам, предписаниям. То есть брахманический шнур — это возможность продвигаться вперед. Но что для этого необходимо? Что необходимо для того, чтобы развиваться, следовать правилам, предписаниям? И как минимум достигнуть платформы парамартмик
брахманизма. В таком случае у вас будет возможность, у вас будет право поклоняться Шалаграма Шиле. В шастрах сказано, что тот, кто получил дикша мантры, имеет право поклоняться Шалаграма Шиле. Но тут речь не идет о так называемой дикше. Тут речь идет о подлинной дикше. Ведь если кто-то получил дикшу, но при этом не следует никаким правилам, не следует принципам чистоты, как он может поклоняться Шалаграма Шиле. С внешней точки зрения кто-то может и получить дикшу, но внутри могут быть грязные качества, грязь внутри. Шалаграм говорит, если такой человек прикоснется ко мне, я чувствую, что он вонзает в меня нож. Если грязный шудра, говорит Шалаграм, прикоснется ко мне, я чувствую, что он втыкает в меня нож. Понимаете? Есть много разных мнений на этот счет, но мы следуем нашей гуру Варге, Гауди Сиддханте. И для нас это наиболее правильно, наиболее практично. Прабхупад привел в гармонию два процесса. Привел в гармонию мантра парампару и бхагавата парампару. Он составил этот киртан. В котором перечислены наши духовные учителя. Некоторые, которые считают, что следуют наши сампрадаи, не согласны с тем, что говорит Прабхупад. Однако Прабхупад привел все доказательства. Тому, что мантра парампара не отлична от гуру парампара. В каждой гуру парампаре так или иначе образуются пробелы, когда гуру, когда тот или иной ученик уклоняется от следования своего гуру, падают со своего положения. А как говорит Прабхупада, малейшее отступление от следования от пути Гуру Пада Падма приводит нас к падению. Таким образом, не существует мантра-парампары, где нет прерывания,
там всегда наблюдаются уклонения. Неточности в понимании Бхагаватам и так далее. В 11-й песне Бхагаван говорит об этом. Кто-то в совершенстве следует Гуру Падападме, кто-то уклоняется. Эвам парам парджена касанчи. Так какой же тогда смысл в мантра парампаре? Но мы должны понять, какой в ней смысл, какие цели она преследует. Какова конечная цель мантра парампары? Помочь утвердиться на платформе Бхагавата парампары. Мантра парампара предназначена для того, чтобы помочь нам утвердиться в Бхагавата парампаре. Мантра парампара в действительности не отлична от Бхагавата парампары. Бхагавата парампара не обязательно является мантра парампарой, но мантра парампара всегда не отлична от Бхагавата парампары. Что нам на самом деле нужно? Нам нужно утвердиться в Бхагавата Парампаре, то есть нам нужно служить Бхагавану. И сама по себе мантра Парампара не может дать нам это. Поэтому Прабхупада и показывает, что мантра Парампара и Бхагавата Парампара не отличны. Почему в этом киртане упоминается лишь Наротанда Стакур и не упоминается Шьямананда и Шринивас? Нужно понимать, что упоминая Наротанда Стакура, мы говорим и прославляем и Шринивасу Ачарью, и Шьямананду. Наротанда Стакур. То есть если в этой песне упоминается о Наротанда Стакуре, это не означает, что мы не выражаем почтение Шьямананде и Шринивасу. Даже получив мантру от подлинного гуру, даже спустя 40 лет можно не обрести дивья-гьяну. И примеров этому тысяча, не один. Мы видим, что те, кто получили дикшу, казалось бы, из подлинного источника, не развивают посещение долгого времени, большого времени отношения с Бхагаваном. Почему? Возможно, в их сердцах было лицемерие или какие-то другие причины. Бхагавата Парампара приводит в гармонию
Мантра Парампара, когда в ней обнаруживаются пробелы. Итак, Бхагавата-дхарма — это дхарма-атма. Соответственно, мы не должны обращать внимание, кто, где и в какой семье родился. Ведь если мы начнем судить саду по его происхождению, это приведет к оскорблению. То есть мы тем самым совершим оскорбление и пойдем из-за этого. Наратан Такур говорит, что в соответствии с градацией вайшнавов, если мы будем выражать одинаковое почтение канишха преданному и преданному высшей категории, мы оскорбим. Возвышенного преданного. Если мы встанем пренебрегать возвышенным преданным лишь потому, что он выходец из бедной, простой семьи, мы совершим большое оскорбление. Точно так же, если мы будем прославлять каништху, если он всемирно известен. Итак, мы должны... Бхактивинода Такур говорит, в настоящие дни никто не задумывается о положении вайшнава. Никто не смотрит на качество вайшнава. То есть все стремятся судить о вайшнавах по внешним качествам, по внешним критериям, то есть опираясь на... на мирские ценности. И именно поэтому общество так неумолимо деградирует. И именно это шаг за шагом приближает нас к аду. Когда я говорил о славе сатсанги, я подумал, что многие могут неправильно понять, что я хотел сказать, и решат, что нет необходимости в дикше, что все вдохновятся совершать сатсангу. Но на самом деле мы нуждаемся в дикше, и я могу привести множество доказательств из шастр этому. Без дикши нам совершенства достичь невозможно. Наша Гаудия Гуру Варга, такие представители, как Рагунандас Госвами, Рупа Госвами, Джива Госвами, пишут, что дикша необходима. Потому что до тех пор, пока обусловленная душа не встретится с чистым преданным, его духовный путь не начнется. Лишь если у вас появится возможность непосредственно встретиться с чистым преданным и умастить свою голову пылью с его лотосных стоп, наш грязный ум исправится. Сейчас мы не способны преодолеть оковы майи и достигнуть лотосные стопы Бхагавана.
наш ум, наш разум не может выйти за пределы материального мира. Мы слышали о том, что Учиштха Вайшнавов, пыль с лотосных стоп Вайшнавов обладает огромной силой, огромной важностью, представляет огромную важность для нас, потому что без их помощи мы не сможем так быстро и легко прогрессировать. Пыль с лотосных стоп Вайшнавов, вода, омывшая их стопы и Учиштха являются лекарством для нас, для обусловленных душ. Мы полны анартх. И для того, чтобы избавиться, необходимо саду-санга. Вчера мы слышали, что саду-санга очень могущественное лекарство. Сама по себе саду-санга, одна саду-санга настолько могущественна, что может решить все проблемы. То есть существует много процессов преданного служения, но при помощи одной лишь сатсанги мы можем достигнуть высшего блага. При этом не совершая другие виды преданного служения. Однако дикша необходима. Да, мы видим, что Прохлад Махарадж не получал дикшу, но смог обрести дивья-гьяну благодаря слушанию Харикатхи из уст Нарады Муни в лоне, находясь в лоне своей мамы. Но в действительности, еще находясь в лоне матери, он принял Нарада Муни как своего гуру. Вся Шримад Бхагавата Махапурана показывает нам путь, дает нам Бхагавата Таттва Вигьяну. И на самом деле это не менее, чем получить дикшу, не меньше, чем получение дикшу. Парикшит Махарадж слушал Бхагаватам с полной концентрацией. Сказано даже, что он не пил и не спал на протяжении этих 7 дней. Когда Шукадев Госвами завершил 8 главу, он обратился к Парикшиту. Наверное, ты сильно устал, может быть, ты чуть-чуть отдохнешь. Может быть, тебе нужно попить? Но Парикшит Махарадж сказал, нет, я совершенно не устал. Я пью нектар. Бхагавата Катхамриту.
Поэтому я не испытываю усталости, я не хочу пить, и чего бы то ни было еще. Поэтому не останавливайся, продолжай харикатху. Посмотрите, насколько он жаждал слушать. Он сказал, я пью амриту. И что же, вы думаете, что, услышав всю, весь Бхагаватам, ему необходимо было получать дикшу? То есть, имеется в виду получать дикшу вновь, поскольку это слушание и было ничем иным, как дикшей. Шукадев Госвами благословил его. И что же, вы думаете, что Парикшит Махараджу после этого необходимо было найти гуру и получить у него дикшу? Если вы думаете таким образом, тогда вы не понимаете, что такое дикша. Услышав весь Шримад Бхагаватам, он обрел полную Бхагавататтва Вигьяну, то есть полное знание. А затем он вкратце изложил Шримад Бхагаватам в форме брихат. Вкратце изложил Шримад Бхагаватам своей маме Уттаре Деви. Он рассказал ей брихат Бхагаватамриту. Так вот, если человек услышит Шримад Бхагаватам из уст Маха Бхагавата, такого как Шукадев Госвами, это и есть настоящая дикша. Но, конечно же, мы... Ну, конечно же, подобный процесс крайне редко может осуществиться в наши дни. Век Кали... Повсюду осквернение. Все осквернено в каждой вене по нам... То есть мы полны осквернения, поэтому дикша для нас необходима. Рагунадас Гасай произнес эту мантру, эту шлоку. В ней говорится, вы должны получить дикшу. Но речь идет о подлинной дикше. Не о так называемой. Gayatri mantra, you are getting Gayatri mantra. The name of Gayatri mantra. Вы получили Гайтри мантры. Но что же они означают? What is the meaning of Gayatri mantra? Каково значение Гайтри мантры? By singing this song, by singing this song, I can cut my. Воспевая эту мантру, я смогу выйти из-под влияния майя. Гайятри означает, тран означает освобождение, освобождение от оков майя. Если вы по-настоящему получили дикшу вашего Гурупада Падме, повторяете мантру до восхода солнца. Так вот, вы повторяете до восхода солнца каждый день с полным вниманием. И спустя месяц скажите мне о своих чувствах. Ну, я знаю, что вы не можете этого делать, чтобы почувствовать, что вы не можете поддерживать абсолютную чистоту. Но если бы вы это делали, то почувствовали столько сил, столько энергии. In between something can be there, but almost
All the vitals of our bhajan life, almost all. Проблема в том, что жизненная энергия нашего бхаджана практически покинула нас, покинула общество преданных. Так вот, когда мы осознаем, что завтра, к примеру, нам придется умереть, естественно, мы сразу же сфокусируемся на лотосных стопах Бхагавана, потому что он единственный, кто может спасти нас. Парикшит Махараджа прокляли умереть через 7 дней. То есть у него была уверенность, что у него есть 7 дней. Но кто знает? У нас нет гарантии, что мы проживем даже секунду, что в следующую минуту мы не покинем этот мир, мы не умрем. Нет никакой гарантии. У Парикшит Махараджа было хотя бы 7 дней. Но в нашем случае никто не знает, когда мы оставим этот мир. Однако мы продолжаем наслаждаться в этом мире. Сейчас у нас есть редчайшая возможность. Мы держим ее в руке, но мы бросаемся ей. Говорится, что амалаки — это мать фруктов. И говорится, что эта амла дарует жизнь. То есть она, это настолько целительный, целебный фрукт, что дает здоровье, дает жизнь. А мы бросаем ее из руки, роняем из руки. И в этом некого винить. Мы виноваты, мы ответственны за это. Так вот, в этом ответ. Мы обязаны получить дикшу. Да, бывают исключения, но они крайне редки. Необычайно редки случаи, когда без дикши, при помощи слушания харикатхи, при помощи саду-санги, преданный достигает совершенства. Скорее всего, это не наш случай, и мы должны ежедневно, 3 раза в день повторять дикша-мантры, постепенно прогрессируя, и в конце концов мы сможем достигнуть трансцендентной платформы. Да, говорится, что Харинам — это сам Хари. И это истина, в этом нет ничего, что не соответствовало бы Сиддханте. Харинам полноценен, потому что Харинам не отличен от самого Шрихари. И если я получаю Харинам от самого Шилы Бхакти, Сиддханта Сарасвати Такура или Шилы Пурига, Шилы Бхакти Праман Пурига своей Махараджа, в форме Маха-мантры, они вручают мне Шрихари, самого Бхагавана. Но я этого осознать не способен из-за своего положения. В Чайтанья-матхе, вспомните, я рассказывал эту историю, в Чайтанья-матхе юные преданные, сидя под деревом, обсуждали. Один сказал: «Мы получили Харинам от Прабхупады, Прабхупад точно вечный спутник Бхагавана, так почему же мы ничего не чувствуем?» Все они сидели, им было по 14-15 лет, и между собой у них состоялись такие шта-гоштхи. Так почему же мы не чувствуем прогресса? У нас есть вера, но ничего не происходит. Повторяя мантру, мы ничего не чувствуем. Мимо проходил Бхакти Майюк Бхагават Махарадж. Ну, ему стало любопытно, о чем они говорят. Он стал спрашивать,
что вы обсуждаете, они пытались отговаривать, то есть пытались говорить, что нет, ничего, но он настаивал. На самом деле мы говорим о том, что получили харинам от Прабхупады, но ничего не чувствуем. Тогда Бхакти Майок Бхагават Госвами Махарадж сказал, когда маленький ребенок, которому 2, 3, может быть, 4 года, отец и мать этого ребенка умерли, но они были очень богаты, а этот ребенок их единственный сын. Если суд присудит все это имущество ему прямо сейчас, он, если все письма о наследстве вручат прямо сейчас тому ребенку, он не поймет никакой ценности этих бумаг. И точно так же вы, говорит Шрила Махарадж, вы получили харинам. Благодаря которому вы точно получите Кришну, обретете Кришну. Прабхупад дал вам Кришну в форме Шабда Брамы. Но поскольку вы еще очень юны, вы не способны это осознать. Когда вы подрастете, когда вам исполнится 18, когда исполнится этому ребенку 18 лет, суд, то есть существует специальная организация, которая несет ответственность за наследство, поскольку пока ребенок не подрос, кто-то должен поддерживать это наследство, в которое входят какие-то фирмы, организации. И когда ребенок достигает этот ребенок вырастет и достигнет совершеннолетия, ему вручат бумаги, которые подтверждают, что все наследство переходит в его руки. Я пытаюсь объяснить, что харинам полноценен, что он совершенен, что в нем все. И благодаря харинаму, лишь повторению харинаму, мы можем обрести Кришна-прему, которая так редка. И дикшу для этого не нужно получать, однако мы дикшу получить обязаны. Примерно 14 лет назад я составил книгу на Бенгале, и завтра я принесу ее. Там запечатлены очень важные вещи, о которых мы поговорим завтра. Итак, харинам совершенен, полноценен, но личность, которая осознает это, то есть тот, кто осознает это, очень редок в этом мире. Предположим, что у вас есть стопроцентная вера в харинам. И при этом во время харинама вы встречаете Шри Хари. В таком случае, зачем дикша? Ведь при встрече с Бхагаваном такой преданный обретет прему. Именно поэтому мы не видим, что... То есть именно поэтому Харидас Такур не получал дикшу.
это совершенно не означает, что мы не должны ее получать. Мы должны следовать процессу, который дает нам наша Гуру Варга. This you will have to follow, which is prescribed in Haribam, in Rasamrita Sindhu. Этот процесс описывает Бхакти Расамрита Синду, Хари Бхакти Вилас. У нас нет выбора, мы должны следовать этому процессу. Адаушадха, тогда Саду Санга. Существует настоящая саду-санга и то, что ей предшествует. После саду-санги мы почувствуем необходимость получить дикшу. Мы обретем веру в слова саду и шастр. То есть все начинается с начальной веры, которая толкает нас на саду-сангу, а саду-санга вдохновляет на получение дикши от возвышенного садгуру. А после получения дикши мы начинаем бхаджан. Таким образом, до получения дикши, то есть получению дикши предшествует садусанга, но и после получения дикши мы должны находиться в садсанге. Садсанга вечна, даже когда мы достигнем совершенства, нас будет окружать садсанга. Садсанга всегда, то есть на протяжении всего нашего пути нам будет сопутствовать садсанга, настолько она важна. От начала и до конца, но и не только до конца. Когда мы достигнем вечного мира, там также мы будем находиться в сатсанге. Настолько она важна для нас. Итак, мы должны следовать правилам предписания. Мы не имеем права нарушать их. Сатсанга вдохновляет нас, дает нам возможность баджана крия. После баджана крия мы постепенно избавляемся от анарт. Начинаем с садхана-бхакти. Только когда мы начнем с садхана-бхакти, мы сможем начать настоящий баджан. А баджан уже приведет нас к бхаве и прему. Это естественный процесс. Но бывают исключения, когда преданный не следует всему этому пути, поэтапному пути, а внезапно в нем просыпается огромнейшая любовь к Бхагавану, Кришна Према. И такое чудо происходит благодаря сатсанге. И то, что я так долго объясняю, содержится в этой короткой шлоке. В которой говорится, что доля секунды настоящей садусанги
способна в корне изменить нашу жизнь и даровать нам высшее благо. Однако, так или иначе, мы в нашем случае должны следовать всем правилам и предписаниям Хари Бхакти Виласа и Бхакти Расамрита Синду. Мы не имеем права нарушать их. Таким образом, мы не можем назвать Парикшит Махараджа неинициированным. Цель инициации — Дивья Гьяна, и он уже обрел Дивья Гьяну благодаря слушанию Харикатхи, обрел Сваруп Сидхи. Какова цель дикши? Помочь нам обрести Сваруп Сидхи, но мы никаких не обретем. Кто-то по 40-50 лет повторяет дикша мантры, но так и не получили Дивья Гьяну. Скорее всего, они совершают апарадхи, оскорбления. Но существуют и противоположные им примеры, когда без дикши преданный, благодаря саду санге, за секунду достигает премы. Уровня премы. Итак, хотя с внешней точки зрения Прохлад Махарадж не получил дикши. Он обрел Бхагавататтва Вигьяну благодаря слушанию Харикатхи из уст Нараджа Махараджа. Approved, na? It is totally approved. That those are Mahajan, great. They are great Mahajan. Then, also, Shri Vishnu Savane Parikshit Abhavad Vayyasa Gigirtane, Lord Krishna, Prahlada Smarane, Lakshmi Padasevane, Prithu Pujane, this all the routine, they all are, all of them are respectively all of them. Все великие личности, упоминающиеся в этой шлоке, являются ачарьями, учителями одного из видов преданного служения. Шукадев Госвами является ачарьей Киртанакья Бхакти. Парикшит Махарадж — Шраванакья Бхакти, то есть слушание. Он достиг совершенства при помощи слушания. Прахлад Махарадж, Притху Махарадж при помощи пуджи и так далее. Итак, нет места сомнениям. Все, что говорит Бхагаван Удаве, совершенно на 100%. Вчера мы говорили о том, как Вритрасура что Вритрасура в предыдущей жизни был Читракета Раджой и получил сатсангу. Он общался с Нараджа Махараджем Сангира и Риша. Благодаря им он получил Дивья Гьяну. И, соответственно, его мы также не можем упрекнуть в том, что он не получал дикшу. Бхагаван
Сиддхяс-чарана гуджакаха, Биддхадхара манушешу вайшаха, Шудраха срию антаяха, Раджастамо пракритаю тасмин тасмин юге юге. What speaking? What Krishna speaking? Шатсанге нахи дайтья яту дхана мигасхага, Гандарвапсарасо нагаха, Сиддхяс-чарана гуджакаха, Видьядхара манасесу вайшаха судраха стриё антаяха раджастрама пракатайо тасмин тасмин юге анага. Hey Anaga, you are free of any sin. You are totally pure. That's why Anaga. Ты абсолютно чист, Удава. Бахаву матпадам прапта трашто кая дава даю вишабарава Балирвано, майасчато вивишана, сугрива хануман рикшо, гажо гриддо ваникупата, вьядаха кубжа браже гуппо жукко патна статапари, тена дхита сутигана, ноу пасита махаттаваха, абрата тапта тапаса, шатсангятма упагата. Бхагаван speaking, they have not, they never gone to Gurukul. They never gone through Ved, Vedanta, Upanishad, nothing. They never gone. They never took any brata in their life. Nothing. They never served any exalted personality. Они никогда не служили возвышенным личностям, никогда не посещали Гурукулу, но достигли успеха благодаря сатсанге. Они смогли достигнуть мои лотосные стопы. Траштанандан, то есть Кунти Кантео. Сын Кунти Кантея. Арджуну называли Кантея, то есть в связи с его мамой, а отец Вритрасуры, речь сейчас идет о Вритрасуре, он смог достигнуть лотосной стопы Господа. Конечно же, то, как гопи достигли лотосной стопы, то, что достигли гопи, и то, что достиг Вритрасура и Прохлад, не одно и то же. Сын Прохлада Махараджа. Мать сына, то есть жена Прохлада Махараджа, унесла ребенка в лес. В обществе порой случается так, что женщины бросают своих детей в Калькутте. Такое случается. И так она отнесла ребенка в лес и ушла. А саду и риши, которые жили там, увидя этого ребенка, пожалели его и взяли к себе. Несмотря на то, что Прохлада Махараджа отправили в Гурукулу, он никогда не слушал, не принимал учения своих гуру. Но он принял своим гуру Нараду Махараджа. Боли Махарадж, откуда он взял Дикша Махарадж?
Абали Махарадж, где он получил дикшу? Нет, он ее не получал. Он мог получить ее от Шукрачарья. Он является гуру демонов. Но он не принимал Шукрачарью как своего гуру. В этом случае, как бы он смог слушаться наставления Шукрачарья? Шукрачарья сказал ему, сказал Бали Махараджу, будь осторожен, это Вишну, который принял образ Ваманадева. На самом деле это никто иной, как Вишну. Не давай ему ничего, не давай. Это сам Вишну. Он заберет у тебя все. Но и это были наставлениями гуру, но Бали Махарадж не послушал их. Бали Махарадж должен был исполнить желание Ваманадева, а Шукрачарья запретил ему делать это. Но Ваманадев, но Бали Махарадж не послушал. Он не обратил внимания на слова Шукрачарья. Наоборот, он сказал, это же просто браман, я должен исполнить его пожелание. И я собирался, я думал, что это просто браман, и я хотел исполнить его желание, поскольку я должен исполнить желание брамана, а теперь ты говоришь, что это Вишну, и, конечно же, я исполню его желание, желание самого Верховного Господа. Таким образом, он не послушал Шукрачарью, а Шукрачарья в ответ проклял его. Ты лишишься всего своего Шри, то есть лишишься всего, что у тебя есть. Хорошо, проклинай меня. Если это Вишну, я, конечно же, обязан удовлетворить его желание. До этого я думал, что это просто браман и собирался исполнить его желание, но раз ты говоришь, что это сам Вишну, конечно же, я, не задумываясь, исполню все его желания. И тут может возникнуть вопрос, откуда у Бали Махараджа такое знание, такое высшее знание, что желание Бхагавана должно быть исполнено. Откуда у него это Сиддханта Вичар? От кого он получил его? Именно благодаря его знаниям, его имя включено в список, в число Двадаш Махаджан. И мы ежедневно упоминаем его в Джайатхване. Как я уже говорил, Бхагавата Атма, Бхагавад-дхарма
богатство нашей атмы. И несмотря на то, что Бали Махарадж с внешней точки зрения являлся демоном, внутри он обладал знанием Бхагавата-дхармы. Он являлся внуком Прохлад Махараджа. Прохлад Махарадж не давал ему никакого мантру, но общался с ним. И таким образом, благодаря общению со своим возвышенным дедушкой, с Прохлад Махараджем, Бали Махарадж обрел Дивья Гьяну. Именно поэтому мы упоминаем его имя в числе Двадаш Махаджан. Итак, сатсанга сама по себе полноценна, самодостаточна. Прохлад Махарадж недоумевает, как это вышло так, что ты был настолько милостив, что поместил свою стопу на голову моего внука. Такие выдающиеся личности молят тебя об этом, но ты пролил эту милость именно на моего внука. В этом кирте не поется об этом. О том, что мало кто способен увидеть сияние, исходящих из твоих лотосных стоп. Так каково же, какова же удача Бали Махараджа, что Вамнадев поставил свою лотосную стопу прямо ему на голову. Представляете, какова удача Бали Махараджа? Бали Махарадж получил общение с Шанкар Бхагаваном. Бан, ученик Бан, сын Бали Махараджа, получил общение с Шанкар Бхагаваном. Вначале он был очень гордым, так как он был демоном, он был очень сильным. Но он не понимал, куда девать эту энергию, как правильно применить ее. У Хирани Кашипу, к примеру, постоянно чесались руки. Никто не хотел с ним сражаться, а он постоянно искал достойного противника. И так он однажды обращается к Богу воды или обращался к... И говорит: «О, я слышал, ты очень могущественен, и так, не, я хочу, так хочу с тобой сразиться». А тот говорит: «Нет, нет, я не достоин этого. Поищи кого-нибудь более подходящего». Он был настолько сильным, что мог огромные горы одним ударом превратить в пыль.
Все равно, что боксер, когда он бьет по груше, то есть не с кем было сражаться, и поэтому он с утра до вечера упражнялся в боевом искусстве. Итак, Бан был очень гордым, но за это он был наказан. У него было изначально очень много рук, но из-за своей гордости он лишился всех, кроме двух. И тогда энергия у него поубавилась. Руки ему обрубили, словно ветви бананового дерева. Четыре руки осталось. И после этого, после того, как Бхагаван одержал над ним победу, он стал проявлять смирение. И его гуру был Махадев Шанкар. Данав означает демон. Май Данав — это... опаснейший демон, который описан в Пуранах. Он обладал особым искусством, с которым не мог, с умением которого, то есть с его умением не мог сравниться даже Вишвакарма. Вишвакарма — архитектор полубогов. Вы знаете Дварака Пури? За ночь он создал огромные дворцы Дварака Пури. Настолько он был искусен. Панча Пандавы обратились к нему, чтобы он помог им построить дворец Индрапрастхи. Они обратились к демону Майе. Он стал инженером, возглавил строительство. Он использовал такие технологии, что, допустим, войдя в дворец, казалось, что перед вами озеро, но озера не было. И описывается, что Дурьотхана так просчитался. Он шел по дворцу, ему казалось, что тут вода, и он поднимал тхотти, чтобы не промочить его. А когда ему объяснили, что здесь нет воды, он шел дальше, и там, где была уже вода, где было озеро, он думал, что ему тоже кажется, и упал прямо в озеро. Итак, благодаря этому проекту этот демон общался с Панчапандавами. И благодаря этому обрел совершенство. Сугрива получил общение Лакшман Махараджа. Когда Лакшман выяснял, как и кто похитил Ситадеви, он встретился с Сугривой. Хануман же Махарадж получил общение с Сугривой. Jambuvan,
Джамбуван получил общение с саду. Гаджендра, слон Гаджендра, также получил общение с саду, с Нараджи Махараджем. С Агастья Муни. Получил от него мантру. Купджа получила общение с саду в своей предыдущей жизни. Гопи и Ягьяпатни получили общение с Малини. Которая плела гирлянды и продавала их в Матхуре. Она была велико преданной, и Ягьяпатни получили общение с ней. И благодаря этому их жизнь изменилась. Итак, все эти преданные достигли моих лотосных стоп, говорит Господь, благодаря саду Санге. Они никогда не изучали Веда Веданту, никогда не поклонялись саду Гуру и Вайшнаву, никогда не следовали обетам, не совершали аскезы, но благодаря, исключительно благодаря сатсанге, они смогли достигнуть моих лотосных стоп. Поэтому Удава, сатсанга настолько могущественна, что я не могу описать ее славу. На сегодня я остановлюсь, время вышло. Нискинчананам нобринито ябад ванча калпатурвасеке басинду бхавача патитанам пабурим бхавашна бью намуна. What you can do? Huh? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Рама, Рама, Хари. Хари бол, Хари бол, Хари бол, Хари бол. Тай Гаур, Хари бол, Хари бол, Хари бол, Хари бол. Тай Гаур, Хари бол, Хари бол, Хари бол. Тай Гаур, Хари бол. Ванчакалпа Дхуси.